Всем огромный привет! В этом видео я хочу сделать обзор на вот такие вот мусорные мешки с завязочками. Раньше я пользовался обычными, которые более дешевые, черные мешки. Но вот с какого-то времени, недавно, месяц-два назад, я, в общем-то, решил попробовать вот такие. И практически перешел уже на постоянное такое использование этих мешков. Во-первых, конечно, удобно, что есть завязки. Ну, это понятно уже, да, из названия, из картинки. И второе, они очень плотные. Потому что одна из главных претензий была к черным мешкам, что они просто прорывались сбоку. Они почему-то, не знаю как-то, может быть, они обладают статикой большей, там, этот целлофан, из которого они сделаны. Они не хотели облегать ведро, то есть ты в ведро его вставляешь, этот пакет, а он сжимается, там, склеивается сам с собой. И когда ты что-то кидаешь в это ведро, да, этот пакет просто, ну, он сминается и падает на дно, то есть он не держит форму ведра. Постоянно его поправлять приходится, что-то может попасть между пакетом и ведром, там начинать гнить, и приходится это ведро мыть. Вот. Ну, с этим пакетом вот таких проблем пока не было. Вот. Ну, давайте посмотрим его в действии. Итак, мы берем наш рулон пакета, разворачиваем и отрываем. Также мы его расправляем. Вот так вот. Так, чтобы вот эти белые метки, они были наверху. И далее мы в наше ведро его просто заправляем. Как можно видеть, пакет не статичный, поэтому он сам с собой не склеивается от статического электричества. Вот. Также ему вот эти завязки не дают ему скатиться. В обычных пакетах такого нет, и они просто проваливаются внутрь. Ну и все, ведро готово к заполнению мусором. Вот, собственно, у нас полное ведро мусора, заряжено пакетом. Что мы делаем? Вот здесь вот есть такие белая прослойка, где торчит лента. И с другой стороны ведра точно такая же. Вот она. Нам нужно просто взять за эти две белых ленты и тянуть вверх. Вот так вот. И мы просто поднимаем наш пакет. У нас получается вот такая как бы сумка, да? И все внутри. Весь мусор. Эти ленты можно просто так нести, можно их завязать. Вот. И получается такой пакет на ручках. Из него ничего не вывалится. И самое главное, крепкое, ничего не прорывается. У меня очень часто было, что прорывалось. Поэтому я использовал по два пакета. Вот, ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И пока. До новых встреч.